Здорово, щеглы! Сегодня будем обозревать Mineral Dos. Ратор, здорово. Блять, в чем она, блять, у тебя? Жир рыбий. Так, а то я знаю, все мы подбухиваем, а чтобы печеночку-то лечить нужно, вот, сандаливать. Печеночку-то лечить, конечно, нужно. А, почки, они нахуй не нужны. Так, давай по ценовой политике сразу разберемся. Есентуки четверка, 59 рублей. Есентуки семнашка, 85 рублей. Донат, 189. Охуеть. Опасно, задрестаться можно. Моя любимая. Рычалсу Рысальгул, 65 рублей. И Боржоми, 139. Блять, они еще... Это святая вода, что ли? Че они? Привет, Алиса. Какой курс биткоина в долларах? 55 562 доллара 20 центов. Слышь, оператор, а биткоин еще в сентябре был 10 тысяч долларов. А в марте прошлого года 5 тысяч долларов. На таких скачках курса можно неплохо заработать. Купить крипту по низу курса и продать ее на пике. Если ты ничего не понимаешь в этом, но хочешь заработать, тебе поможет надежная компания Avalon. В ней работают профессиональные аналитики и финансисты, которые все сделают за тебя. Тебе не нужно ни в чем разбираться. Просто пройди регистрацию, пополни депозит от 100 рублей и получай чистую прибыль от 1,3% в сутки. Документы, отзывы, тарифы, контакты. Все есть на сайте. Пау! Ссылка в описании. Так, начнем наш интеллектуальный обзор. Самый распространенный. Блять. О, бумухдо. Все. Боржоми, напишите мне, что это такое. Так нельзя делать. Перестань, блять, будь лаской. О. Вы, друзья, в комментариях тоже пишите, какую воду, блять, предпочитаете. Оператор, какую воду предпочитаешь? Синтекичную. А что, ты садишься на нее? Да. Самый удобный форм-фактор. Так, все, пробуем. Вот что вот она так дорого стоит? Вот взять вот эту сенежскую газированную, вот эту, от которой слепнешь и почки раком встают. Вкус один в один. Может, святым я стану. Боржоми, это что это, Грузия? Да, блядь, Грузия. Разливают в Химках, блядь, из бочек. В Торо с калием, блядь, долбанут. Так, ладно, пробуем. Пока не знаю, какую оценку дать. Хуй-хуй-уроди вот этой. Будем отталкиваться от земли. Отрываюсь от земли. Все, на меня там все. Сука, как кобра ядом брызгает. У меня теща такой не была. У меня, в принципе, тещи не было. И, в принципе, не будет никогда. Так, рычалсу. Не гурман я, походу. Так, хорошо. Ну, из этого мне больше нравится рычалсу, чем боржом. Но привкус какой-то есть. Такой пизденки малолетний. Ой, блядь, посадил. Ну, то есть, второго 17 лет. Для меня 40-летнего и 18-летнего молодая. А-ха-ха, змея. Бля. Это, кстати, вообще удобно из горла. Самые дешевые в стекле. Молодцы. Можно выпить и сесть. Аж здорово. У меня, наверное, коронавирус, я чуть нихуя не чувствую. Только любовь своих подписчиков. Они у меня вот здесь. У меня тут этот, лимфома, бля. У меня сердце-то. С какой стороны сердце? Левой? Да. Вот тут. Так, чебурахнем теперь есентуки 17-е. Смотри, нормально вся, нет. Ну, это все. Как поговаривают, что в пластиковых бутылках это лучше не стоит пить. Рот уже тянет. Ну, типа, говорят, это пластмасс очень плохо влияет. А, слушай, я уже чувствую. Срать захотел. Да, это я еще до доната не добрался. Там точно, блядь. И срать, и сать, и спать захочу. Все, в один момент он проснулся. Неожиданно. Так, в говне вот так вот. Бурлить уже буду. Что ты, блядь? Я уже не лезу. О, это наша тема. На мочу больше всего похож. Да, на сайки вот эти. Вот это. А раньше-то уринотерапии только и лечились. Если б не урина, то все. Считай, пиши пропало, я бы на ютубе и не лази там. И что он там захотел увидеть. Если б не урина, я бы все. Ты хватит брать. Егерю отошлю потом, ему нужнее. Тебя. Все, я уже научился открывать. На пизду ты похож в очках.
Вот, сука, опасная. Ну, чебурахнем за вас. Водку и то приятнее пить. Итак, друзья, хочу вердикт. По своим вкусовым качествам, это на первом. По своим лечебным, прям чувствую, меня уже хорошо. Пиздячь лучше вот эту. Потом вот так и... блять, боржоми так. Ну, на этом наш эксперимент не остановится. Мы, чтобы полностью излечить свои раны, где бы они ни были, а они пулебасы есть, мы сделаем синергию. То есть смешаем все и сразу. Звучит как тост. Синтуки пошли. Да, был бы егерь, он и водки туда нахуярил. Блять, у меня уже не получается. Сука. Придется два стакана лудить. Так. И синтучки. И шлифанем бомбической. Меня уже, правда, рвать тянет. Куда ты, блядь, забрал? Что, тоже все? Сушняк? Но тост. Пусть у нас останется столько горя, сколько капли в этом стакане. Сейчас с локтя еще вот так вот. А ты умеешь пить? С локтя, с руки. Так вот. Со лба. Вот. Вот так вот. Куда она? Фокусник. Надо попробовать. Многовато. Да. Не пил так никогда? Смотри. Учись, пока я живой. А дальше мне не рассказывали, что делать. Все. Так, ладно. За вас бахню. Я чувствую. У меня уже разум светлеет. Я прозрел. Чувствую, надо насрать на вентилятор. Хорошая идея. И яйца к этому. Брусчатки прибить. И подвал купить. Ой, кто понял шутку, пишите в комментариях. Ты знаешь, зачем с локтя пьют? Зачем? Я тебя спрашиваю, зачем? Зачем? Не знаю. И я не знаю. Но я офицер. Отдай мне честь. Дурак, блядь. И шашки так нахуй. Так. А самого себя на брудершафт? Саму себя на брудершафт брать? Сейчас попробую. Блять, я уже ничего не вижу. Первый раз, правда, такое дело опасно, не повторяйте. Я оттуда пил, мне правда. Правда, еще в комментариях напишу, зашкварил. Хуй тебя знает, может там это. Хуй сосал у собаки бешеный. Бал дело, говори? Аж было. А как? Тикток, челлендж, блядь. Алкаш, блядь. Сам собой. Так, и? Блядь, да шо? А целовать как? Старые добрые традиции, да? Так, друзья, подписывайтесь на канал, пишите, какую воду вы любите. Как волк, ой, бля, тигр, страшно стало. Очишка. Какие-то кот по-украински, украинский. Вот. Снимаю кошечку. Блять, один снимаюсь, все равно, блять, гомосятин вот это, что это такое? В чем дело? Меня тут даже нет. А голос чей? Я на монтаже представлю. Кто тут? Ты или признайся, или... Не порочь Фредди Меркьюри. Не порочь, причем Фредди Меркьюри тут. Или это, что нужно сделать? Каминг-аут совершай. Все, друзья, что сказать? Скажи, что ты гей. Сука, да заебал, блять. Сволочной мальчишка растет. Забыл, как я тебя забрал? Детдома у мамки оторвал. В бою 16-летнего. Вот на руках, помню, тебя вырастил, выкормил. Сосиской, ой, сиськой кормил. Сосиской. А он мне тут всякую хуйню несет, чтоб тебе лайк не ставил. О, начинается. В общем, потом будем выполнять челлендж. Выходить на Красную площадь. И по литрушечке доната выпивать будем. И снимать эту вторую часть хардкора, нахуй. Эти, купим вот этих, как они штуки называются? Налобные фонари. В жопу тебе лазить будем. GoPro. И будем все снимать. Спасибо большое, низкий вам поклон. Целую вас все в разные потные места. До скорых встреч. Ну и пишите, что мне еще продегустировать. А сейчас я сопли буду дегустировать, будешь?